Здравствуйте, меня зовут Елена. Это наш второй видеоучет о лечении в центре Беэр Давид, о дистанционном лечении. Начали мы лечение в ноябре 2017 года, сейчас февраль 2018 года. За это время у нас прошло уже 7 сеансов. Моему сыну 3 года 4 месяца, ему ставят диагноз расстройства аутичного спектра и задержка психоречевого развития. Значит, за 7 сеансов какие у нас произошли изменения? Ну, во-первых, наш ребенок стал лучше понимать обращенную речь. Конечно, пока это еще на бытовом уровне, но все равно гораздо лучше. Дальше у него появился указательный жест. Это тоже гораздо облегчило нам нашу жизнь. Дальше ребенок стал обращать внимание на людей чужих, стал обращать внимание на животных. То есть вот буквально недавно он заметил собаку и пошел за ней. Вот. Также стал самое одно из главных таких достижений, что стал сам ходить на горшок. Пока только по-маленькому, но уже хорошо. Также наш сын Кирилл стал сам кушать. Сам кушать ложкой, набирает еду, сам кладет в рот, ест. Ну, то есть это вообще для нас чудо, потому что раньше его нельзя было даже заставить ложку взять в руки. Вот, теперь также он у нас сам ходит за руку пешком на улице гуляет. То есть раньше мы ездили только на велосипеде, сам он никуда не ходил. Сейчас мы спокойно ходим по улице, по торговым центрам, по магазинам, проблем с этим нет. Вот, также он стал чаще отвлекаться от телефона с мультиками. То есть буквально недавно мы сказали об этой проблеме Давиду, он нам посоветовал, что сделать, и сейчас мы замечаем, что гораздо лучше стал отвлекаться от телефона, стал больше с нами контактировать, пытается с нами как-то заигрывать, играть. Это тоже нас, конечно же, радует. Вот. Ну, это для нас огромные изменения, которые произошли всего лишь за такой короткий период. Всего было 7 сеансов. Вот. Естественно, проблем остается очень много. Надеемся на помощь Давида и продолжать будем работу обязательно. Спасибо большое, Давид.